Привет! Сегодня хочу поделиться с вами не хлопотом в приготовлении рецептом из курицы, который получается всегда очень вкусным. Здесь всего лишь три ингредиента, которые найдутся на вашей кухне точно. Так что если вам нужна вкусная идея для вкусного обеда или ужина, тогда вам точно сюда. Итак, приступаем. Морковь 2 средних штуки по весу 300 грамм порежем соломкой. Лук 200 грамм порежем кубиками. Берем сковороду, у меня торговой марки Кукмара. На дно наливаем растительное масло, примерно 4 столовые ложки. Кладем лук. Сразу добавляем морковь. 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара. Перемешиваем. И обжариваем под крышкой на сильном огне. Кстати, благодаря добавлению сахара, готовое блюдо в процессе тушения приобретет карамельный оттенок. В процессе обжаривания открываем крышку и помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Теперь кладем окорочка 1 кг, у меня сегодня бедра, и обжариваем с двух сторон примерно по 1,5 минутки с каждой стороны. Нужно, чтобы они схватились, так в них вся сочность останется внутри. Теперь заливаем водой 600 мл, закрываем крышкой, огонь делаем минимальный и томим на небольшом огне 1,5 часа. За это время жидкость выпарится и образуется вкуснейший соус. Сама курочка просто невероятная на вкус. Кстати, подаем с любым гарниром, у меня сегодня макароны. Я их просто отварила в подсоленной воде и добавила щедрый кусочек сливочного масла. Кстати, этот рецепт можно каждый раз дополнять, например, добавить грибы в конце тушения или сметану. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!